Ну, что касается Холланда в Манчестер Сити, во-первых, я в это до сих пор не верю. Во-вторых, нет, понимаете, есть определенные ограничения того, насколько ты можешь улучшить атаку. Если твоя атака без Холланда идет там на соточку мячей голов, на соточку голов за сезон, то придет Холланд, они будут иначе распределяться, но атака не станет там на, скажем, 30% лучше. Она станет лучше там на 5, может, 10%. И еще вопрос, что у команды отнимется из-за того, что другой типаж нападающего. Так что нет, нет. Манчестер Сити сильная команда, будет сильной командой с Холландом, но другой командой. Ну и вообще это еще далековато еще нам до этих событий. Ну...